у вас нежданные гости, и нужно быстро что-то приготовить, думаю, данный рецепт – это как раз то, что нужно. Этот простой салат готовится из фасоли, жареных шампиньонов, лука и зелени, вам понравится. Перед вами простой рецепт приготовления фасолевого салата с грибами. Грибы обжариваем с луком, зелень измельчаем, с фасоли сливаем жидкость, смешиваем все ингредиенты в салатнице, добавив измельченный чеснок, заправляем салат майонезом, перемешиваем. Удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Мелко нарезаем лук, шампиньон режем пластинками, обжариваем грибы с луком на растительном масле. Фасоль, без жидкости, перекладываем в салатник. Укроп измельчаем. Добавляем в салатник жареные с луком грибы и укроп, выдавливаем чеснок, кладем зелень, поливаем сверху майонезом. Подписывайтесь и ставьте лайки. Добавляем консервированную кукурузу, перемешиваем. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Фасоль консервированная, 1 штука, баночка. Шампиньоны, 300 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Укроп, 40 грамм. Чеснок, 3 зубчика. Майонез, 1 стакан. Соль и перец, по вкусу. Кукуруза консервированная, по вкусу. Количество порций, 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До свидания.